Приветствую всех на своем канале. Меня зовут дядя Митя. И я сегодня нахожусь на Воронежском фольклорном фестивале, посвященном Петру Первому. Очень прикольно все сделали. На самом деле просто офигенно. Я тут гуляю и смотрю. Смотрите, есть фонтанчик. А самое главное, ты не рассказал-то. Он проходит у нас в парке Динамо, так называемом центральном парке. Короче, все весело, позитивно и все очень-очень даже круто. Здесь представлена Воронежская область со всеми фольклорными своими выступлениями, а также сделаны такие вот небольшие сценки, где можно будет посмотреть, чем занимается тот или иной район. На самом деле очень интересно, это познавательно, там вот в носочках плетут. Людей здесь просто немерено, если на самом деле. Все пришли посмотреть, чем богат наш край воронежский, черноземский. Короче, вот тут вот людей просто все хотят посмотреть. Там выезжают. Здесь у нас петух. Подожди, возьми. На самом деле очень здесь позитивно и круто сделано, то что тут также есть фольклор, да, частушечки свои родные. Также здесь сейчас пели ягодку, малинку, очень позитивно и весело. А здесь, по-моему, горилочку пью, даже запашочек такой стоит, прям конкретный на самом деле. Все развлекаются. Есть вот такие вот фотосессии, фотосценки. А куда же без Петра Первого? На самом деле никуда. Потому что праздник-то все-таки посвящен Петру Первому. Круглая дата, так что это очень круто. Было на прошлых выходных. Просто офигенно. Сделали здесь театры по Воронежу. Жалко, я туда не попал, к сожалению. Но ничего страшного, я сейчас здесь нахожусь. Этот парк довольно-таки большой, его не так быстро можно пройти, что тоже плюс. Здесь очень много районов представлено, также можно будет здесь и потанцевать, и поснимать всякие видосики, пофотографироваться. С детьми здесь можно прийти, покататься на современных хороших тренажерах. Про что я и говорил. Фольклор. Таких праздников это хорошее настроение, заряд положительных чувств на будущую неделю, года и так далее. Так что подписывайтесь на мой канал, меня зовут дядя Митя, не забывайте про это, я вас жду. Опа, давайте сейчас посмотрим, что тут у нас еще. Вернихавский муниципальный район, смотрите, чистушечки.
короче, ну, очень позитивно, блин. Уже какой раз я повторяю это слово, но по-другому никак не скажешь. На самом деле у меня офигенное, крутое настроение, потому что я нахожусь именно сейчас здесь и именно с вами в данную минуту. Тут сувениры куют, прям, как всегда. Короче. Самое главное, что еще и любви пошли. Потому что мы подходили у нас. Самое главное, не рассказал, то, что тут также можете надеть наряды старорусские и в них пофотографироваться, окунуться в эту эпоху. На самом деле тоже, я думаю, круто. Вот я вам рассказывал про тренажер, где может быть тренажер. Ну, всякие детские, короче, вот здесь вот с правой стороны находится. Это современный, новый парк, где можно отдыхать с семьей, а также посидеть в кафе, самое главное. Также отдохнуть. Давайте дальше продолжим. У нас там вышивалка. Также здесь и куклы приделают, что тоже офигенно. Научат всему. Пройдешься и просто смотрите, Новоусманский район. А? Кораблик какой стоит. Не, очень круто. Блин, тут надо гулять просто. Я сейчас пробегаю, чтобы вам показать, как здесь все сделано. Ну, то, что это... Сцены такие, то есть можно будет посидеть, покайфовать, сфотографироваться, и фотография на память останется, и вы будете просматривать это все. Я думаю, это очень важно. Так, смотрите, видите? Не один я, кажется, здесь еще снимаю. Опа, опа. Ну я его тут подержала. Сейчас какое-то здесь затишье, что-то я не слышу ни частушек, ни русских народных песен. Ну, я думаю, сейчас мы дальше продолжим нашу экскурсию по этому чудесному миру, по этому парку Динамо. Также не забывайте на меня подписываться, меня зовут Дмитрий, ставьте лайки. Будем ждать вас у себя на канале. Здесь даже два практически Петра находятся. Кантемировский муниципальный район. Ну вот мы его практически. Ну вот мы практически и прошли весь Динамо, я вам показал с конца и до начала. Так что всем, кому понравилось мое видео, залетайте ко мне быстрее, подписывайся на меня. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и пока. Не забудьте, пожалуйста, поставить еще лайк мне. Все, пока.